Почему у лимона скручиваются листья? У лимона бывает скручиваются листья. От чего это происходит и как это можно исправить? Скручивание листьев лимона может происходить как следствие неблагоприятных условий содержания: сухость воздуха, редкое опрыскивание, недостаточный полив, так и вследствие поражения растительноядными клещами. Протирайте листья лимона мягкой губкой, смоченной в горячей мыльной воде. 20 грамм жидкого зеленого мыла на 1 литр воды. На следующий день после процедуры устройте лимону душ. Выносите лимон летом на свежий воздух. Регулярно поливайте и опрыскивайте как минимум 2 раза в день. Помните, если в комнате сильные сквозняки, цитрусовые вообще могут сбросить листья. Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.